И вот, короче, я поснимала. Я просто 2 дня вообще как выжатый лимон была. Ну, самое интересное, когда снимаешь, вообще кайф получаешь. Но во время монтажа что-то вообще кайфа никакого нет. Просто сидела вчера, не знаю, сколько времени. Ну, целый день сидела. И до 4 утра. Вы в кино собрались, да? Mm-hmm. А что, сейчас работает? Mm-hmm. Ну, сейчас же запрет... Ну, нет. Конечно. Ну, нет, фильмы-то запретили выпуск. Нет, а вот все. Да. Ну, может, что заранее купили, не знаю. Mm-hmm. Ну или российские фильмы, может, только. Мне, в принципе, без разницы на что. Мне главное куда-нибудь выйти. Сходите в какую-нибудь кафешку. Не хочешь? Ну нет, понятно, что кино прикольно. Что-то хочется это развеяться, да?